Банковские школьники переходят дорогу и, кажется, будто ступают по зебре, парящей в воздухе. Объемную разметку нарисовали, чтобы привлечь внимание водителей и заставить их пропускать пешеходов, передает НТД ТВ. Дополнительный сигнал – изображение школьника с поднятой рукой. Креативную зебру рисовали школьники и волонтеры. Многие тайцы не чувствуют себя в безопасности, переходя дорогу даже по пешеходным переходам. Водители утверждают, что когда они смотрят на объемную зебру, им кажется, что люди парят над дорогой, и это привлекает внимание. В проекте участвует 50 человек. Они нарисовали объемные зебры уже в 6 местах города. Эти переходы ведут к школам. Разметку также украшают яркими рисунками детей, а на одной даже нарисовали хохлатку, переводящую через дорогу цыплят.